Hyundai Santa Fe, шедевр корейского автомобилестроения. Еще в обтекаемом кузове, последнем, как вы знаете, сейчас свежие уже идут квадратики, поступил к нам на кузовной ремонт. Начнем с салона. Подушки стрельнули, и пассажирская, и водительская. И вот такая вот здесь неприятность. Вот такая неприятность. Это мы уже вырезали кусочек для подбора автоэмали. Так, открывается он с затруднением, поэтому не будем его мучить. Ну, в общем-то, задача какая? Снимаем старый капот в металлолом. Свежеприобретенный открашиваем и устанавливаем. Вот новый капот в заводском грунте. При подготовке деталей как раз важно уделять особое внимание герметизации швов. Герметик высох, сейчас подготавливаем детали, как раз обезжириваем и удаляем загрязнение. Как раз у бампер и капот. Бампер новый. Для окраса первоначально нам предстоит пластик прайм нанести на него. Преимущество окраса деталей в покрасочной камере – это скорость и качество. В покрасочной камере поддерживается определенная влажность и температура. Время высыхания деталей занимает где-то 30-40 минут. Нанесли грунт мокрый по мокрому. Также кронштейн тоже окрасили. Ну вот детали окрашены, залакированы. В камере жарище. Весь процесс окрашивания занял около 2 часов. Сейчас 30-40, ну час максимум на полное высыхание. Утро второго дня. Автомобиль почти полностью собран. Остались незначительные нюансы по решетке радиатора. Есть моменты с ней. Так как решетка и бампер идет новый без решетки, а со старой решетки там нюансы по конструктиву. Фары установили. Как вы можете видеть, да, у нее идет двухэтажная оптика. Это сейчас модно, молодежно, современно. Бампер идеальный. Капот тоже установили, все четко, все в зазорах. Осталось отполировать, и будет конфета. Также еще есть небольшой нюанс по безопасности с разъемами. Разъемы восстановим.
И автомобиль будет готов. Вот такая вот у нас получилась машинка. 2 дня работы, и от последствий ДТП не осталось и следа. Я считаю, что это один из ключевых моментов в кузовном ремонте сейчас. Время и качество. Никто не хочет сидеть дома в теплую весеннюю погоду и ожидать, когда же ему починят его автомобиль. Обращаясь же в ОМЗАП, мы сразу сможем конструктивно наладить диалог и точно сказать, в какой срок будет выполнена работа по кузовному ремонту. Для быстрой и качественной работы у нас все есть. Материалы, специалисты, место, ну и самое главное, желание. Звоните, пишите, обращайтесь, будем рады вам помочь. ОМЗАП.